Особое внимание мы уделяем соблюдению трудовых прав граждан. В этом году нами выявлено более 1380 нарушений в этой сфере. Основное внимание, насколько вы понимаете, мы уделяем вопросам оплаты труда в результате принятых нами мер за истекший период. Погашена задолженность в размере более чем 22 миллионов рублей на территории района на таких предприятиях, как ЗАО «Атомэлектромонтаж», ЗАО «ИНЕС», ООО «Тюбингцентралит», ООО «Балаковский завод металлоконструкции», ООО «Балаково-Речсервис», АО «Саратовский рыбопитомник» и ООО «Балаково Карбон Продакшн», а также на других. Кроме этой работы, мы также занимаемся вопросами, связанными с погашением задолженности по заработной плате на предприятиях-банкротах. В частности, на 4 предприятиях-банкротах за истекший период благодаря принятым мерам прокурорского реагирования была погашена задолженность по заработной плате. Это ООО «Мистик», ООО «Балкотранс», МУП, БМР, РКС и ЗАО «Стройэкс». Хотелось бы отметить, что в настоящее время эта сумма составляет 4 400 000 рублей перед 116 работниками. Кроме того, благодаря принятым нами мерам были восстановлены права работников на безопасные условия труда на 19 предприятиях,